вот так ставишь клаву, вот здесь держишь мышку за монитором, вот. Вот, и вот так играешь. Ну, попробуй. О, минус 3! Четвертый! Если у него нет диффузов. У него были диффуза! Ну не убил я в спину на лонгу, и что? Это еще не значит, что я бот. Помни, так, когда поджал забыли. Неважно. Всем привет. Сегодня я в доме у Делайта, и сегодня попробую сыграть на его сетапе, где он поднял 3700 элла, также проходил FPLC квалы и многое другое. Как можно заметить, тут просто сетап нереальный. 4 монитора, 2 компьютера. И проверим, влияет ли как-то девайсы, компьютер, вообще общее место на скилл. Заранее влепляй лайк и, конечно же, подписывайся на канал, потому что это бесплатно и в любой момент ты можешь отписаться. Реально, проверь, спустись, подписан ты или нет. И если нет, обязательно подпишись. Все, без слов полетели смотреть, что там да как. Ну чё, как бы Максим у нас сидит вот тут. Я на этом месте, на абсолютно его настройках я сыграю первую катку. Постараюсь хоть что-то стрелять не на своей сенсе, не на своем соотношении сторон. Вообще абсолютно все не мое. А вторую катку я уже попробую сыграть на своих настройках и посмотреть, что тут да как. Потому что 4 монитора, тут микрофоны, стримдеки, клавиатуры. Сетап нереальный. Поэтому без лишних слов. Let's go. Кстати, вы, наверное, тоже катаете ММчик, там фейс, просто играете как бы бесплатно, не лутаете никаких бабок. Но в то же время вы можете зайти на Епульс и участвовать в турнирах и лутать за это просто халявный кэш. Здесь проводятся турниры 1 на 1, 5 на 5, 2 на 2. Вот, допустим, абсолютно открытый 1 на 1, а имап стартует буквально через 46 минут. Приз 5 долларов, просто заходите, выигрываете и можете взять себе какой-нибудь скинчик, например, МАК-10 дискотехнику. Красивый. 5 долларами ничего не ограничивается, тут каждый месяц проводят турниры в общей сумме больше 75 тысяч рублей. И реально, пока ты думаешь, катаешь свой ММчик фейсит, можешь сюда залететь и также просто катать, но при этом выигрывать и лутать бабки. Будешь потом перед друзьями хвастаться, что выиграл турики. Даже ссылочку на Епульс я оставлю в описании. Реально зайди, просто зарегайся на имку, вдруг выиграешь, залутаешь реально халявные 5 баксов, почему бы и нет. Каточка уже нашлась, и что я могу первым сказать? Прыжок на колесико, когда я привык как бы переключать оружие на колесико, это уже как минимум непривычно. Ладно, пытаюсь что-нибудь дать, сенсанима, и почему КС такая яркая? Я не знаю, у меня глаза сейчас вытекут. Что? Это привыкнуть просто. Здесь самый кайф в том, что ты видишь модельки яркими, сочными, и они никогда у тебя не сольются любой текстуры. Главное, что выпал оверпас, а это значит, что моя мейн-карта сейчас надо максимально тащить. Let's go, бегай. Не буду предъявлять коврик, у него очень странно расположен. Первый готов. А второй мне дал чапалаха. А что с радаром? Ты его что ли через лупу смотришь? Где у тебя лупа лежит? Первый чапалах есть, работаем. Следующий. Господи, а чё так хорошо идет всё игра? У меня, конечно, тоже 240 герц монитор, но тут они как-то поплавнее. Сколько FPS? Зря брал нее. О, у тебя тоже на кнопку V говорить? Удобно. Шаришь. Удобно. Очень удобно. Мега удобно. Я по привычке жму, я понимаю, не мой конфиг. Смотри, сколько? Смотри, ты сколько видишь урона, ты можешь наносить. А, фига, реально подсвечивается. Надо такую же хрень себе украсть в конфиг. Сколько у нас FPS? Это у тебя ограничение стоит? В ММе под нагрузкой минимум 400, вот 500. 500 в нагруженной мега-сцене. Если мы в сценку посмотрим, то вообще будет 700 на максимуме. Я думаю, там без ограничений вообще под косарь будет. О, у меня... А что у меня с ушами? У меня так звук... Какой-то бас-буст был. Да, нагрузка здесь на стройку. Кстати, да, вот то, что мы записываем ролик, это вообще никак на FPS не влияет, потому что тут как бы стоит два компьютера и вся нагрузка на втором. Но, не, реально, плавность, просто нереальная игра, просто вот ты... Двинул мышкой, и даже 0 миллисекунд задержка, у тебя сразу все в игре происходит. И просто максимальная взаимосвязь какая-то происходит. Даже несмотря на то, что я абсолютно на другой сенсе. Ну, фликать, конечно, мне неудобно. Не-не-не-не-не, авик пока что мимо. Авик, что-то я пока рано беру, не привык я еще к этой сенсе. Отсюда. О! Сколько? 5! 5 там сидело? 5! All connector 5 people. Беркуты в ММ, ребята. Я помню, я один раз играл, помню, фейсит на левелах пятых. Чел вчетвером сели, ну что, 5 и в ММ. Куда я попал? Я же говорю, какая-то аура у меня на поиск ММа тут странного. Я случайно в клаву, я в клаву случайно задел, у меня выстрелы. Вот так ставишь клаву, вот здесь держишь мышку за монитором, вот. И вот так играешь. Попробуй. Вот так прям, вот да, чисто да, раму да, расправить. Да, да. Шалеть, у меня сейчас, у меня тут все плечи сломаются.
первый. Но хочу подметить, кресло вообще имба. А, я случайно нажал бит, чел, ты просто не приличный кут. На какую кнопку это я нажал, что мне в чат написалось? Не отдам, ой. Я запутался в клавишах! Фух, нормально, живу. Ну и нафиг я это все прожимал. Опять я случайно нажал этот бинт. Нормально. Путаю R и 4, господи. Мышку напрягай, руку, напрягай руку. Девочку, да, вот ты гладишь, вот так же по мышке. Ты раз, навел. Дверь на голову прицелился. Бесплатные уроки. Умножь свое L на 2 с Максимом. Реально, делай курс с таким названием. Умножь L на 2. Жестко. Давай! О! Я не знаю, как это работает, но ни на моей сенсе, ни на моем компе. Конечно, девайсы тут. У меня плюс-минус такие же. Клавиатура только другая, но ноль слов, просто. Только... Я не ожидал, что это будет. Я думал, он там может стоять, но мне просто сказали инфу по шарту. Ладно, половину закончили, 11-12. Не позорно. Это да, походу, да, чё смотришь? Middle. Кон, туда. Я долго пытался найти это место, и в итоге мне просто прописали чапалаха. Широко слишком пикал. Да это 4 на 3, потому что я только сейчас понял. А тут такая обман, тут качество картинки нормальное, но это 4 на 3. Минус 80. Минус 80. Thanks for you, bro. Английский, ребят. И смотри, ты оружие достаешь только когда ты перебегаешь в фонарь. Папульки, папульки, брат, пулька, папульки. Не услышал, что папульки, ладно. Ну честно, не знаю, как-то... Легко фраги даются. Да, просто такие простые колы и так решают на самом деле. То же самое делаешь и стреляешь папульки. Так широко открываться не надо. Понял. Тоже узко возьмем, наполовину. Просто репетируем, так, еще раз. Пока правильно не сделаешь, домой не пойдешь. Ой-ой, флики. Увереннее, увереннее. А, ну... Он одну дает. Ноль шансов. Да, против него ноль шансов. Чё, 11-15, где сейчас мои задачи? Чё, пока можно стоять по месту. Как бы у меня тут тренер сидит, как бы тактики советует. Но вот эта вот позиция, это, конечно, нечто, ребята. Это так напрягаешься. Плечи уже немного отбаливают. Фух, слава богу, выиграли. Меня подняли. Почему я последний место? Ладно, меня не подняли. Предлагаю сейчас просто ставить мой конфиг, поставить мои настройки и попробовать уже сыграть на... В данном сетапе, но на моих настройках. И будет ли результат лучше? Потому что за эту катку у меня как бы счет 15-22. Не лучший результат. Все, у нас Full HD настройщик, как бы абсолютно мой конфиг, мои настройки графики и подобное. И, конечно же, главное сенса. Запускаем катку и смотрим, сколько же я набью уже в этой катке. И надеюсь, меня повысят, честно. Ну а пока Делайт ушел в туалет, у нас нашлась скачка и опять это оверпас. Поэтому я думаю, сейчас будет сравнение конкретно именно конструктивное. Но в этот раз мы чаем за КТ. Но, конечно, плавность тут гораздо выше, чем у меня дома. Это определенно. Первый. Пожалуйста! Есть! Напряг руку сразу, сразу попал по голове. Вот напрягать руку, это реально полезный совет. Просто халявный раунд плюс нож. 5500! Берем авик, 100%, просто. Плавность игры на компе, где по 1000 FPS. Это нечто. 3000 раз удобнее, это что реально FPS и решает. Авик на втором раунде. Ошалеть. Первый. Второй. А, нифига у чела ножик. Этот ножик стоит под косарей 300 рублей, потому что он как бы лед и огонь. Ошалеть. Ну что у меня за тиммейты? Ну я такой раунд вам сделал, тупо два халявных фрага, а вы... А, проигрывать. Он в бомбу даже дефузит, нормально сесть не может. Что это за команда? Так, можно взять аук, плюс первый армор и пойти по тактике. Потому что я на первом месте, и мне кажется, вот эта тактика просто лонг. Вот так вот играть, как бы 3 КЛ, может привести меня к победе. Плюс на моих настройках это будет более удобнее. Я уж очень хочу в этой катке выложиться на максимум. Потому что в прошлой катке 15 фрагов, это такое себе! Найс. Плюс еще раунд в копилочку, уже 7 фрагов. Напоминаю, прошлая катка была 15 всего лишь. Но, конечно, большой радар это гораздо удобнее, чем вот маленький, который был у Макса. Но из минусов хочу подметить, вот данная клавиатура, она, конечно, беспроводная, это удобно, но... Это синие механические переключатели, они капец громкие какие-то. Но монитор просто имба. Ну, конечно, стоит под больше 40 тысяч рублей. Так, все, мой выход.
вышел, проверяй. А еще я хочу подметить, это, наверное, не связано никак особо именно с данным сетапом, потому что сейчас в Питере нереальная жара, рекордная просто за последние, там, 116 лет. И в данной комнате есть кондиционер. Так играть гораздо комфортнее. Друзья, 6 раундов... Киберпас? Да? Друзья, 6 раундов Макси вернулся. Подожму отмена. Minus 27 water. Так красиво убил и так зафейлил, бро. Ну я-то понимаешь, везде должен быть баланс. Правильно? Правильно. 10-7 иду, еще 5 фрагов и побиваю прошлый рекорд, который я сыграл на твоих настройках. Только, блин, мы проиграем 4-6. Я проиграть не хочу, потому что меня вполне могут после этой катки так хорошенько повысить. Ладно, еду я в мышку не ломать? Кому звонишь? Противником? Инфу палить, ясно. Так вот 3-2-2, ребят, происходит. Капец, что у нас тут челы играют с АВП фейдами? Это тоже из новой коллекции. Алло, что за миллионеры? Почему вы в клатч не можете взять, уважаемые? Уджо, ура, мы клатч взяли! Максим, клатч взяли! О, минус 3! Мяу! Четвертый! Есть у него нет диффуза. У него были диффуза! Но я сделал эйс. Ну откуда у него диффуза сохранились? Он единственный, кто остался в живых, и именно у него были. Ну, я ну хотя бы я не гей. Ну, ладно. А, кстати, у меня уже 17 фрагов. Хотя вторая половина только началась, уже больше, чем в прошлой. Хотя в прошлом мы раунду как бы больше выигрывали. Все-таки на своем конфиге гораздо привычно. По зажиму отмена, но справился. Мне мои тиммейты просто закидывают всеми гранатами, что у них есть. Оп. Кто они что-то бустятся? Что за там? Убил! One night track. Чел с неем играет! Подожди, братан! Ладно, хоть переселяли его, господи, я уже думал, минус 2 дал чисто на рандоме. Ну не на рандоме, но все, ну что ты до слов докапываешься? Нельзя мне ничего сказать, так вот спонтанно. Душат меня здесь. Хотя тут довольно прохладно. Меня даже свои стреляют, о чем речь? Прочитан. One behind, туалет. Ты много работы сделал, даже при том, что у тебя было 9 хп. Угу. Реально, просто вот такие вот микро ошибочки, просто брейн включать и все, сразу игра поет. Первое место, 24-18. Я понял, я остановился на микросекунду, что смог сделать мне просто. Все. Да я последний раунд сыграю. Да ты идешь, господи. О-о-о. Помоги ты. One more. Nice. Ну вот с таким зажимом только за 2 рубля нахрен. Показываю вак момент один раз. Смотрю. Один раз. Один. Ты чё, смотри, второго надамажил. Ошалеть. Хорош! Вот так это делается. Я эту позицию никогда не убью. 3-1. Неужто возьму? Да ну, да, не верю. 3-1, я поберу. Ошалеть. Я убью его, да. А, найс блок. Сейчас чел умрет. Вот этот, да, зеленый. Этот разменяет. Да ну нафиг. Они а, взяли. Я его, кстати, прострелил, слышь? 6 раз я попал прострелом. Ошалеть. Я мог убить его, понял? Короче, что могу сказать? Сетап нереальный. Как бы 1000 FPS чувствуется просто. Также спасибо огромное за уроки.
вами был я и он. Вам жму руку. До свидания.